Ребята, привет! Всем привет! Сегодня у нас понедельник, 21 декабря, и мы едем на первый рождественский ужин. Мы едем к Фрэнку, там будет Нэнси придет. Да. Мы уже давно не виделись. Ну, Фрэнка мы видели в пятницу, Нэнси мы не видели уже месяца полтора. Вот, едем на ужин, так как не будет большого ужина, который обычно проходит ежегодно у Фрэнка дома, там больше 30 человек собирается в связи с пандемией. Все отменено, поэтому у нас будет маленький ужин вчетвером. Вчера мы елку нарядили, все сделали наконец-таки, в этом году припозднились. В четверг мы идем на Крисмас ужин к Татьяну и Вадиму. Татьяну? К Татьяне и Вадиме. К Татьяну и Вадиме. И Вадиме. Вот, идем на ужин. Говорят, что будем биться, что у нас будет битва... Маршмеллоу. Битва этими снежными снежками. Вот. Снежными снежками. Снежными снежками. Что-то вообще русский язык потерялся. Вот. Но это мы постараемся заснять в четверг. Я думаю, что у меня получится. Мы, наверное, камеру не будем больше брать или будем? Нет, наверное, нет. С телефоном будем, да, снимать? Да, с телефоном. Сыр, помидоры. Открываем. Просекко сейчас будем пить. Love it. Oh, I love it. I love it. This that is fabulous. Yes. I can see it. Yes. I love it. You guys always come up with the best shirts. That's very neat. Very neat. Oh. And then you have second. Oh, you know. I have been wanting a cardigan sweater. You know, I this like is that. A cardigan. Yes. And it's sometimes it just gets a little cool. Yeah. And yeah. It's, oh, very guys, nice. Those are wonderful. Those are both great. Oh, thank you so much. Merry Christmas. Oh yes. Look at this. Oh, those are wonderful. Now the chopsticks go across. Oh really? This yeah, they go for... in there. Uh-huh. We can do Pokeball. This is for Pokeball. Yes. Frank, you are amazing. That's wonderful. This is wonderful, Frank. Those are terrific. Oh, there's a big one. Ooh! That's what it's for. It's that Japanese rule. Oh, that's terrific. Так, ребята, мы собираемся. Сейчас едем к Татьяне с Вадимом. Приготовили бутерброды. Сейчас едем праздновать Крисмас Татьяне и Вадиму. Купили вот такой красивый вчера венок на дверь со супер скидкой за $5, по-моему, что ли. В общем, все, готовы. Выдвигаемся в гости. Ну что, мы приехали, выходи. Выходи. Девочка, по которой превратится в тыкву в 12. Почему? Как? Хорошо, хорошо, отлично. Молодец просто. Ну все прям, красотка. Все, давай забираем все и давай. Топаем. У нас тут куча всего брать, так что снимать будем уже позже. Давай, Санта-Клаус, выходи. Затру. А что ты еще ищешь? Не знаю, очки какие-нибудь модные. А ты ж потом не увидишь ничего. Как это не увижу? В них же... А. Все увижу. Все увижу. Санта-Клаус. Happy birthday? У кого? У Катюхи же день рождения. Когда? 20... Сегодня, по-моему. Нет. Да? Да. Knock-knock. Santa is here. Santa! Here comes Santa! Santa, we've been waiting for you! Так, здесь уже все готовится. Вот это ребра. Green egg? Cooked? Yeah, no.
На мангале? На мангале? Ух ты, смотри, какие. Сейчас мы разогреем это все. И тогда вот это все веселее. Классно. А Вадим уже здесь наливает буратино. Буратино. Мы не пьющие люди здесь все, так что здесь только буратино. Так, смотрите, здесь коллекция Санта-Клаусов. Это гавайский. Да, гавайский. Это Санта-Клаус Хемингуэй. Это немецкий Санта-Клаус. Как это... ты знаешь? Потому что с рыбой? Конечно. Вот этот маленький. Это, наверное, в стиле Милитриамди Санта-Клаус. Стой. Так, вот этот Санта-Клаус, я не знаю откуда. Это, наверное, брат Хемингуэя. Вот этот вот голландский. Этот... Блин, откуда же ты? Не знаю. Вот этот вот Санта-Клаус Человек Дождя. Это я тоже не знаю какой. Вот это русский Санта-Клаус. Русский Санта-Клаус такой бывает? Сейчас я вам елку покажу. Смотрите, сколько здесь подарков. Елки-палки. Какая красивая елка. Показываю Татьянин стол. Как всегда, красота. Красивые салфеточки, тарелки. Ты там долго была. Красота. Ой, какие еще елочки, я их не увидела. И сегодня еще у Катюши, у внучки, день рождения. Так, мы начали уже костер разводить. Смотрите, у нас, правда, очень-очень ветрено. И мы его ненадолго. Вот поэтому. Tomorrow you'll smell like a smoking lady. Так, игрушки у нас, играть, походу, человек. Сегодня будет баня. Так, дорогие. Тяжелая, да? А ты как думаешь? А, ну да. Опа. Так, походу, будет сегодня баня с Санта-Клаусом. Вообще. Татьяна, так, мы делаем глинтвейн. Oh, maybe this one. Spice. Yes, this is spices. This is spices, yeah. Just put it in there. И мы будем варить это все. Так, ребята, мы подготовили тележку. Так, тележка готова. Мы здесь садимся, да? Да, мы здесь садимся. И сейчас поедем. Смотрите, как светится дом. Красота прям. Ну, здесь налились, такие вот есть. Глинтвейн налили. Глювейн. Сейчас будем в тележке трястись. Вот так. Трястись и пить. Главное не вставать. Как говорит Роджер, не вставайте. Короче, так, мы готовы. Мы едем уже. У-ху! Вот тут, Татьяна, потом налево. Мэри Крисмас! И на Шитлера. Спящий Дед Мороза, ребят. Обращаем внимание, да. Дождь, но мы не отчаиваемся.
мы танцуем! Намокли! Дождь идет. Так, у нас тут собирание в баню. Все готовы, нет? Все, вперед! Вперед, вперед, пошли! Окей, кто должен взять это самое? Там же дверь маленькая, вы туда не пройдете. Вот так вот. Мы впихнем, не впихуем. Вот так вот. Впихнем, не толкаем, а впихнем, не впихуем. Не вот это. Бежим, бежим. Я это никак не успею. Давай. Все, ну, все, шагайте туда. Заходим, заходим. Шагайте туда. Отличный Крисмас у нас. Так не здесь, а там тепло. Здесь еще холодно. Нет, здесь отлично. Сашка. Так, золотишко Марфи пошло. Все, открываем, смотрите. Опа. Ой, красота. Красота. Это что? Вот это что? Вот это вот. Это мясо. Ребрышки. Это не мясо, вот это ребрышки под соусом. Pulled pork. Это... А, вот это вот свинина. Да. А это ребра. Pulled pork, это baby back ribs. Все. Это не переводится на русский. Так и сказал. Все от молодого поросенка ребрышки. Молодой поросенок ребрышки. Все. Сейчас будем его пробовать. Так, что у нас здесь происходит? Что у нас происходит? Опять снимают. У нас делают эгнок, делают, смотрите. Опа. Это традиционный напиток на Крисмас. И мы его мешаем с чем, Влад? Ром. Бакарди. Учитесь, ребята. Бакарди и эгнок. Эгнок — это из яиц сделано, да? Да. Яйца, молоко, наверное, что-то еще. Что сахар. Там есть? Сахар. Да, этот натмег. А, вот это вот орех вот этот вот. Турмерик. Турмерик. И ага. Амаретто. Это что? Амаретто. Almond-based. Амаретто? Есть же такой алкоголь, амаретто, да? Алкоголь есть такой. Ликер. Ага. Almond alcohol, yeah. Да. Так, Влад уже мешает. И я ему сейчас тоже помешаю чуть-чуть. Окей. Все, сейчас будем пить. Еще не открывать, сказали. Нам дали подарочек. Любимый, смотрите, какая футболка. Покажи еще раз. Вообще. Класс. О, май гаш. Вау! Вау! Он двусторонний, двусторонний. Soft like a dream. Его можно и так, и так. Он красивый. Wow. For two of you. Вода холодная? Холодная? Ice cold. 65. It's not ice cold water. Only 65. It feels like ice cold. Серьезно? Чувствуете голодное? Ребята, привет еще раз. Привет, привет. У нас дежавю, и у вас тоже. Мы приехали обратно к Татьяне Вадиму.
потому что сегодня будем зажигать свечи. Вчера, так как был сильный ветер, вчера отменили, а у них здесь в их районе это традиция уже там много-много лет, что нужно зажигать свечи. И вот мы приехали сегодня снова на ужин к ним. Сейчас будем опять отдыхать. А вот вчерашняя тележка, на которой мы катались. Вот смотрите, вот так выглядят. Видите, пакеты ставят соседи, и там внутри песок и свечки. А мы идем обратно, то есть в 7 часов будем зажигать. Так, Вадим уже готовит. Это что, Вадим? Ребра, да? Ну, это стендинг рипрост. Нифига себе, рипрост. 96, наверное, еще маловато. И какая должна быть температура? Ну, я люблю, чтобы он был попрохладнее. Все так, иногда люди красное мясо, кто-то не кушается. Поэтому... Ты имеешь в виду медиум либо медиум рэп? Да, я как бы делал, чтобы он снаружи он был готов, а внутри как еще. Но это еще рано. Все, будем есть. Еще немножко подождать. Так, Вадим принес кусок мяса. Сколько оно готовилось? Часа полтора. Полтора часа оно готовилось. Теперь мы будем... почти 300 градусов. 300 градусов. Теперь его нужно завернуть в фольгу. Минут на 5. На 5 минут. И потом мы его будем резать. И есть. О, запах очень классный. Вот так. Давай. Здесь у нас кассарол. Влад готовил. Очень вкусный. Здесь каша у нас. И сейчас... О, смотри, сок был, да? Yeah. Ой, красота. Андрей приготовилась, да? Идеально. Так, Вадим с Пашей вышли зажигать свечи. Ну вы же еще не зажигаете, да? Вернее, они ставят мне просто свечи. Да. Всех у всех соседей, видите, стоят. Вытряхнуть. А, так они под дождем, получается, ну, стояли со вчерашнего дня. Окей. Я бы поставил, но... А, что не слышишь? Мне кажется, загорятся. Будет гореть. Загорятся. Как классно, да? Как-то не свежо, да, Вадим? Сегодня хорошо. 40 часов. Вот, ребят, смотрите, зажгли все соседи пакеты со свечками. Тебе надо? Я бы хотел. Тебе надо? Я хочу, ты видишь, что я хочу. Ну, чтобы возить... Сколько мы да, just in case. Мы готовы ехать. Guys, just in case. У нас есть маршмеллоу. Маршмеллоу со вчерашнего дня осталось. Наш водитель. Драйвер. They all melted, guys. Та-дам. Будем биться. Сейчас у нас будет битва титанов. We are ready. Дежавю. Хороший пианино. Мэри Крисмас. Merry Christmas! Welcome to High School Musical, the musical, the holiday special! Танцуем! Krishna.
такое случилось? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Ух ты, какие они классные, смотри. Они еще разноцветные.